Привет, Атас. Скажи, пожалуйста, подождите. Во сколько лет ты лишился девственности? Как? Мне вот просто интересно стало. Как? Я не хейтер, не думай. Анальной девственности. Да, я не хейтер, не думай. Кайф, иди нахуй. Включу себе эту. О, вы в раю? Пытаюсь выбраться. Шок. Стример пытается выбраться из рая. Вот так-то лучше. Виталий, прекрасный вид перед моим монитором. Твои сисечки выглядят как ягодки. Можешь, пожалуйста, выставить свою грудь немного вперед. Плюс 500, челику не жалко. Кайф. Настолько эти легкие 500-ки, просто кайф. Легкость бытия. Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд выставили. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить людей. Потому что он на сыкичах. Он бы, наверное, не справился. Хотя этот Дуду по книжке, ну, действовал лучше оригиналов оба раза. Не, стоп. Один раз, да, я это перепутал. Ну, другой Доплер тоже. Короче, два Доплера, они действовали оба лучше оригиналов. Короче, какая разница, что тут ответить, неважно. Го. План с засадой проще. Сам Менге собирался отправить Лютика в Оксенфурт. Дуду просто отдаст приказ, которого все так и ждут от Менге. Освобождение Лютика пришлось бы как-то объяснять, это бы вызвало подозрение. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался. Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Мне кажется, здесь и не место, та ошибка. А если ее покоцают? Или убьют? Ей здесь не место. Я не собираюсь оправдываться перед Лютиком, если с ней что-то случится. Напомню, что ты должен Лютика из передряги вытаскивать, а не меня. Я умею о себе позаботиться. Ты еще и драться можешь? Ну хорошо. Но помни. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвин? Ты че, рофлишь или что? Нет. У меня что-то нет настроения. Но вы играйте. Ну хорошо. Основы ты знаешь. Так что теперь будем играть по-серьезному. Едут! Едут! Этот смех такой кринж. Присцилла, оставайся здесь. Так, надо смотреть в оба за Присциллой, чтобы ее не слили. А то я прям чувствую, сейчас меня игра подъебет. Хотя я выбрал, ну, вариант, чтобы она не оставалась. Нас только трое. Спасите! Не то чтобы я один не справлюсь, но... Это люди слабо? Лютик, зараза. Что делать?
Ты должен лошадь догонять? Езжай за ним! Эти, оставь нам! Окей, а где присыл? Да ладно, бля, они серьезно дамажат? Ладно, поехали. Он сказал езжать. Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли... Сначала даже ну, не дошло, потом сразу дошло. Добрый початок. Это разве налево? Это разве не направо? Кажется, конь захромал. Опа. Эй-эй. Конь пал, они не могли уйти далеко. Если Пиндоль снова награлся и застрепал кому-нибудь про мастерскую... Эй, ты! Что тут творится? В чем дело? Такой же вопрос. Я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выстрелил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый? Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри... Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть... Цинц! Контент? Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо. Садись сюда. Сюда, говорю. И молчи. Ясно. А куда же? Сколько ты собираешься держать меня в репутации? Тихо! Я буду тихо, можешь не бояться. А если не слушать, мне же нельзя замерять, сам знаешь. Я видел однажды, как один... Тихо! Я что-то слышу. Это я лутаюсь! Нет, нет, только не кляпай! Кулити! Я тебя буду коснить. Опа! Минуточку! Эй, почему со спины он его не убил? Ну вот почему? Непонятно. Как это работает? Как его казнить? Как его именно казнить сразу? Хочу его казнить. Чего он умер, блять? Ща, погоди, я лутаюсь. Где я лутаюсь? Не тащи. А что тут есть еще? Ща. Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим с нами. Присыла! Что ты здесь делаешь? Ты цел?
Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. А, жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать очень иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. О, значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься. Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на Храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Пиздец. Просто джаггернаут. Пиздец. На читах. Так она же уже, я так понимаю, ну в данный момент намного сильнее Геральта даже. Ну прям, она непобедима получается. На самом деле. Ой-ой-ой! Хуяси! Сколько их? Лол, сколько их там? Там нереальное количество противников. А как отсюда выбраться? Она об камень споткнулась? Что? Я ж ничего не сделал, я ж не упал даже. Я так понимаю, это была, ну, зона, куда нельзя попасть, и поэтому она умерла. Кайф. Неплохо. Неплохо, разработчики. Взять эту суку! Взять ее! Не надо это дело! Он будет младший, говорит. Держитесь в ней, вы должны... Вот так-то лучше! Сегодня я увидел его. Он был в прекрасных красках. Как будто это все лишь страх. Ебать! Как они меня коцают во время этих блинков? Я не могу понять пока, как это работает. Вот этот вот скилл. Какая же она охуенная. Он стоит даун с арбалетом. Да лол! Да лол! 10 000 миллиардов арбалетчиков.
Я рад чела, типа, да? Походу, да. Она же, по сути, читерская. Но при этом без лаконки, без игни сложно. Если, ну, если бы Геральт был в такой ситуации, он бы просто поджег бы всех игней и порубил бы на куски. Плюс хилился бы эликсирами и лакомкой. Плюс у нее брони нету. Кстати, я думал, я не уязвим во время блинков. Оказывается, я уязвим. Ну, кстати, это интересно. Мне это нравится. Только чувствую себя дауном, когда умираю каждый раз, имея телепортацию. Я себя чувствую прям Ракитичем. Ракитич. Вот так-то лучше. А, надо убегать! Да иди ты нахуй. Я не выхочу всех убить. Я всех убью, я решил. Это реально, чё, не? Я верю в нее, она может. Да блять, ну как ты меня на косы, сука! Я могу дожить все, стрелы, каждую стрелу, каждый удар клинка. Опа, я отсюда сделаю ОЕшку. Проклятые твари! Да прыжок! Ну что, что за... Да блядь! Почему нельзя прыгать во время файтов? Ужас! Нельзя было подпрыгнуть, зацепиться. Еще и нож тешится. Я всех, короче, убью, я решил. Буду за колоннами прятаться. Нормально, кстати. Надо их сюда не пропускать, надо их между колоннами зажать. Пусти! Куда? Давайте. По одному, суки. Ну или по два. Я их зажму между колоннами. Ебать! Ай, как они не вовремя сбили. Это был неудачный удар. Вон арбалетчик или чё? Ну, режь его! Да почему она не режет? Она не бьет! Почему-то я даже кликаю кнопку 24 на 7, она не бьет. Я не могу понять. Попал, проверяю, любящие! На! Ё, я труп. Не просочились. Еще нет, я жив. Сколько их? Почему ты не пьешь? Почему ты не пьешь? Они реально бесконечные или что, блядь? Они появляются каждый раз заново? Ничего не могу понять, не может быть! Как они могут появляться еще раз и еще раз? Да ебать, ну не может такого быть! Как они могут появляться там? Я ж не вижу даже, откуда они появляются. Что за бред? Как меня игра наебывает, почему даже не вижу, откуда они берутся? Кстати, это была хорошая стратегия около колонн, ну, по одному, по два пропускать. Просто ебаные арбалетчики душат.
Вот так-то лучше. Да я пытаюсь. Я не могу больше, это пиздец. По-моему, это невозможно получается. Взять эту суку! Взять ее! Не надо делать! А ублюдок младший! Нет! Все, последний раз пробую, самый последний, точно, ультра последний, самый последний в жизни раз. Откуда они взялись новые? Не может быть, это уже наёб. Вау, это супер наёб. Их не было тут. Я всех порубал здесь. Вот это уже наёб, смотрите, тут полностью новая толпа, абсолютно. Тут как будто трупы пропадают, и вместо трупа появляется новый чел. Все, это точно был конец, я больше не могу. Их настолько много появилось, я убил очень много, 10 плюс, за секунд 25. И появилось сразу еще человек 8 на тех же местах. Я казалось бы, уже выиграл, там всего осталось человек 9-10, всего. Потом уже снова их 20. Это нереально, невозможно. Ясно. Все, закрыть. Нам надо бежать. Бери коня и к храму. Не обязательно! Ну чё? Можно было не бросать коней? Найс графика, она ничего не сделала ему, Даша. Вообще. Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. Так у тебя только песни на уме. Твой эгоизм с возрастом только разрастается. Это ты о чем? О Цири. А почему я вообще должен за нее беспокоиться? Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом?
Альтапнусь так и быть. Ее ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. А-а-а. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сиги Ройвен, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Жаль. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? Она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она прокляла. Да ладно! Я себя почувствовал проклятым в той ситуации. Бесконечное проклятие бесконечных врагов. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Убиваешь, сразу появляется новый. Я знаю текст. Ты шутишь? Нет. Проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Кудва! Звучало оно так. Вафайль эляйне каэдмиль фолье. Глады в дорны айптонайт бундроитне и яхус. Мне это ничего не говорит. На каком языке это высрано? Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорит. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхен. Да, она по-прежнему живая и порывистая, но она еще упряма и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно, Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Зайду, Фика! А куда золото делся? Он разве с ними не поехал? Пошла! И до сих пор учусь свистеть, тренируюсь часто. Без успеха. И как мне это перепрыгнуть? Это пиздец. Как мне это перепрыгнуть? Ура, он сам перешел. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Тут циклы. Птичка сильная? Или как? Ну-ка забайтим.
Алло? Не думаю, что она сильная. Тут зона типа с квестом 18 уровня. Опускайся. Сейчас возьму арбалет, погоди. Окей. 18-й, изи, изи. Надо только его сбить, а то он сам не нападет, походу. Когда я попаду, гайс? Да, бля. Его в воду сбил вроде, а не... Опа! Минуточку! А он-то не лох. Опа, минуточку. Изи. В скобочках еле-еле. Комната с боссом. Так, сделаю кошку, чтобы видеть. И поехали. Окей, Ирден. Хотя, вроде не надо. Да и даже масла не надо. Да, легко. Легко. Супер легко. Blood Eyed. Найс название. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами, грейпфрутовый сок.